Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия, и сегодня мы с вами посмотрим ролик под названием «Короче говоря, 1 сентября» на канале Room Factory. Я уже знакома с творчеством этих ребят и смотрела некоторые их видосики, и поэтому давайте сейчас оценим их ролик, посвященный Дню Знаний. Короче говоря, 1 сентября. При поддержке группы Vine Video. Сегодня утром я проснулась и сразу поняла, что пришел конец. Конец лета, конец веселья и конец моей радостной жизни. Но прочь слезы, нужно учиться. Вот-вот, конец радостной жизни. Слова, а слова моей мамы. Но все же я собралась силами и встала с кровати. Начала краситься. Проснулся Миша. Сказал, что ему приснился очень страшный сон, что он студент и ему заново приходится учиться. Сказал, что через этот ад нельзя проходить дважды. И дальше продолжил спать. О боже. С песиком. Каждое утро придется вставать и видеть, как спит Миша. Рядом храпит Михалыч, а самой Михалыч! Я чуть не заплакала. Правда, так зовут? Пришло время выходить в универ. На улице было красиво. Увидела маленьких мальчиков с цветочками и девочек с бантиками. Боже, это так мило. Но долго я не радовалась, потому что у меня пошла стрелка на колготках. Правда, маленькая, но я понимаю, с каждым шагом все будет хуже. Блин, я уже возле универа. Стыдобата какая. 1 сентября я пришла в рваных колготках. Ко мне подошел Ваня. Начал спрашивать, как я провела лето. А я не могла ничего сообразить, потому что нервничала по поводу этой проклятой стрелки. Где взять лак для ногтей? Ваня сказал, держи. Я что, это вслух сказала? Вот. Откуда у него лак для ногтей? Спросила у Вани, зачем он носит с собой лак для ногтей. Он сказал, что таким способом подкатывает к первокурсницам. Что? Конечно. Я помазала немножко странный способ. Душой отправилась в универ. Так как зрение у меня не очень, я с трудом узнала своих одногруппников. У меня тоже такая же проблема. Началось посвящение для первокурсников. Ну, я не путаюсь с деревьями, конечно, но все же. Думают, что все у них будет хорошо и весело. Боже, как они ошибаются. Солнце припекало. Вдалеке мы увидели Макса. Он закончил универ еще 3 года назад, но приходит каждое 1 сентября, чтобы просто послать всех нафиг. Диплом экономиста ему в жизни вообще не понадобился. Солнце настолько припекало, что у меня начало... Мне что-то похожее с моей школой. Ну, вообще, я стараюсь ее обходить. А его было пропускать нельзя, даже если ты потеряла сознание. Поговаривают, что его били в школе. От этого он такой злой. Судя по его внешнему виду, его и сейчас бьют. Он начал проводить перемены. Жестко. Вспомнила, что меня назначили новой старостой. Я должна была отвечать, кто есть, а кого нет. Но раз уж я староста, то надо защищать всех. Кучерявый называл фамилии, а я просто меняла голос и говорила, что студент есть. Но я не учла одного. Что да. У меня в аудитории не было никого, кроме Кучерявого и двух парней, которые меня занесли на пару. Мою вот именно. Я помнил очень хорошо. Капец мне в этом году. Немного невнимательная. Короче, она. Говоря, 1 сентября. Жестко, конечно. А вы напишите, как вы провели 1 сентября. Ну а вы пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. С вами, как всегда, была ваша Юмилия. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока.